В Новороссийск прибыл «Новороссийск» – новейшая субмарина третьего поколения. Прежде чем заступить на боевое дежурство в Черном море, подводная лодка успешно прошла испытания на Северном флоте. Строили субмарину на верфях Петербурга и на Черноморском флоте. Это первая новая подлодка со времен СССР. Она самая малошумная в мире и оснащена суперсовременным боевыми системами. Из Новороссийска репортаж Александр Руденко. Жареного поросенка к трапу лодки подавать положено после каждого удачного похода. Эту морскую традицию на флоте неизменно соблюдают десятки лет. Задачи, поставленные на поход, выполнены. Материальная часть в строю, личный состав здоров. После пополнения запасов готовы к выполнению поставленных задач. Первая со времен Советского Союза на Черном море. Дизельная подводная лодка «Новороссийск». После спуска на воду больше года проходило испытание. Сначала на Балтике, потом в Заполярье и лишь сейчас прибыла в родную гавань. Напряженным трудом и выдержкой вы обеспечили высокую боевую готовность корабля, его способность выполнить важную миссию по обеспечению национальных интересов Российской Федерации в Мировом океане. Порядка 2 лет офицеры, за исключением отпусков, семей своих не видели, им было крайне тяжело. «Новороссийск» — это первый из 6 субмарин, которые в будущем составят отдельную бригаду подводных лодок на Черноморском флоте. Дизель-электрическая подлодка — по сути модернизированная субмарина советского проекта «Палтус». Лодки такого типа в 80-х годах производились не только для ВМФ СССР, но и для зарубежных флотов. В основном стран Варшавского договора. Отсюда и неофициальное прозвище кораблей — «Варшавянки». После модификации корабли подобного класса стали преодолевать гигантские расстояния. К примеру, «Новороссийск» из Северного Ледовитого океана к Черному морю пришел без единой дозаправки. Кроме того, субмарины теперь несут на своих бортах крылатые ракеты и являются самыми бесшумными подводными лодками в мире. Мы получаем новые подводные лодки, о которых мы говорили, надводные корабли, патрульные, малые ракетные корабли, сторожевые корабли. Корабли 4-го ранга, обеспечивающие специальное обеспечение флота. Одна часть кораблей будет базироваться в Крыму, другая — в Новороссийске. В 2017 году военно-морскую базу здесь должны сдать под ключ с новыми общежитиями, командными корпусами и причалами. К концу этого года к Новороссийску присоединятся еще 4 боевых единицы Черноморского флота. С адмиралтейских верфей к местам боевой службы готовятся отплыть 2 фрегата и 2 подводные лодки. Александр Руденко, Алексей Балакирев, Михаил Киртоки и Светлана Пашкова. Вести, Новороссийск.